В сегодняшнем обзоре томат «Цыган». Этот сорт сейчас можно приобрести как в магазинах, так и у частных продавцов. У меня семена от агрофирмы «Сибирский сад». На некоторых упаковках с семенами и на многих сайтах указывают дату создания сорта 90-е годы, но это недостоверная информация. Сорт «Цыган» родом из СССР. Создали его примерно в 60-х годах. У многих почему-то странное мнение, что в СССР было мало сортов томатов. Это совсем не так. И стоит лишь углубиться в тему, и обнаружится, что сортов было немало. Томат «Цыган» связывают с 90-ми годами лишь одно неприятное событие. В 90-е годы, когда разрушили великую страну, сразу нашлись ушлые торгаши, которые, собрав около 200 сортов семян советской селекции, вывезли их в США. Среди этих сортов оказался и сорт «Цыган», который вы сейчас можете найти на западных сайтах под названием «Джипси». Причем интересный факт, что именно на американских сайтах вы можете найти информацию о том, как вывозили и передавали семена из СССР. На наших же ресурсах тишина по этому поводу. Отмечу один очень важный момент. Характеристики сорта «Цыган» могут отличаться у разных производителей. Какие из них ближе к оригиналу, уже трудно сказать. Вы можете встретить томаты с разной высотой куста, с более крупными плодами, с разными сроками созревания и даже с разным типом листа. Я буду рассказывать о той версии сорта, которую выращивал с семян сибирского сада. Он, кстати, схож с теми, которые продают на западных сайтах и у многих продавцов у нас. Томат «Цыган» – среднеспелый сорт. От сходов до начала созревания плодов проходит в среднем 110-115 дней. У меня в открытом грунте он показал себя именно как среднеспелый сорт. Плоды созревали довольно дружно на кистях. В рассаде «Цыган» был обычным таким томатом, крепеньким, ничем не выделялся, не стремился вытягиваться, не был сильно мощным, уступал в размерах своим высокорослым коллегам. После высадки в грунт быстро пошел в рост, но мощным его куст я бы все же не назвал. Сорт относится к полудетерминантным томатам. В открытом грунте он был высотой примерно 100-110 см. В теплицах, я знаю, он также не вырастает сильно высоким, обычно до 150 см. Лист обычного типа. Крупный, темно-зеленый. Куст среднеоблиственный, объемный. Требует подвязки с самого начала. Кстати, в госреестре указано, что куст имеет картофельный лист. Мне вот интересно узнать о цыгане с картофельным листом. Я даже на фотографиях в интернете такого не нашел. Если вы выращивали и у вас был картофельный лист, то напишите в комментариях, интересно узнать о нем. Первую цветочную кисть томат сформировал после 9-го листа. Кисти было в среднем 5 плодов. Пасынки у цыгана росли активно. Формировать его, конечно же, нужно обязательно. Причем, как я понял, чтобы получить урожай побольше, нужно формировать его в 3 или даже в 4 стебля. Если оставить лишь один стебель, хорошего урожая не получить, но можно получить плоды покрупнее, чем заявлены. Томат неболезненный, имеет хорошую устойчивость к заболеваниям. Не могу сказать, что она у него очень высокая, но выше среднего точно. Различные погодные условия он также перенес неплохо, и сильную жару, и похолодание, но окончил плодоношение довольно рано, еще до наступления холодов. Урожай отдавал довольно дружно. Урожайность у производителя семян указана до 12 кг с квадратного метра. Это примерно 3-4 кг с куста. Наверное, такая урожайность и была. Мне он показался средненьким по урожайности. Не удивил и не впечатлил. Плоды у томата «Цыган» округлые. Средняя масса примерно 160-180 грамм. В основном все примерно одинакового размера и массы. Но были у меня плоды и выше нормы, примерно 260 грамм. С них, кстати, я собрал семена себе. Цвет у плодов от темно-розового до коричнево-фиолетового. Но лично у меня была проблема. У многих плодов плечики не вызревали до конца. И были не фиолетовыми, а скорее темно-зелеными. Может, я рановато их снимал с кисти, но они казались уже полностью созревшими. Наверное, все же спешил иногда. В разрезе помидоры темно-розовые или бордовые. Сочные, мясистые, с тонкой кожицей. Плоды могут растрескиваться при избытке влаги, но не сказал бы, что у сорта с этим прям проблема. Но отметить, что растрескивание возможно, я думаю, нужно. Аромат помидоров яркий, аппетитный, можно даже сказать вкусный. Вкус у плодов томата «Цыган» хороший.
сладкий с кислинкой. Сладость преобладает, но и кислинки достаточно много. Кислинка аппетитная, не просто кислятина. В принципе, вкус схож со многими черноплодными томатами. Особо выделить его по вкусу не могу, но можно поставить оценку хорошо. Для лучшей оценки лично на мой вкус не хватает все же сладости, но это только если есть с чем сравнить. Плоды, учитывая размер, универсального назначения. В свежем виде хороши и в салатах, и для консервации прекрасно подходят. Хранятся помидоры не особо хорошо. Это не тот случай, когда можно хранить их месяц и при транспортировке легко повредить тонкую кожицу. Подведу итог. Сорт «Цыган» в общем неплох, довольно универсален, но лично меня особо не впечатлил. Чего-то не хватило, наверное, большей урожайности и более яркого вкуса. Немного все же пресноватый был вкус по сравнению с другими черноплодными томатами. Возможно, все это можно получить при других условиях выращивания, и тогда оценка сорта «Цыган» сильно повысится. Что в нем может понравиться? Хорошая устойчивость к заболеваниям, среднерослый куст, если вам такие нравятся, универсальные плоды и, в принципе, приличный вкус. В любом случае не забывайте, что и моя оценка субъективная, и томат способен вести себя по-разному в различных условиях. Поэтому нужно давать шанс и испытывать сорт самому, если, конечно, есть такое желание. Уверен, со своих семян результат будет лучше. Но, честно говоря, не знаю, когда я решусь вырастить его еще раз. Слишком много сортов, которые хочется испытать и повторить, и слишком мало времени. Жаль, что это не основное мое занятие, а основное время уходит на работу. А то я бы развернулся. Как всегда, жду от вас комментариев с мнением о сорте «Цыган». Сорт старый, уверен, многие из вас уже выращивали его и могут рассказать что-то интересное. Заранее спасибо за это. Всем удачи, скоро будут новые видео.